Вот, ваши любимые. Ух ты, откуда знаешь? Разведка доложила. Можно мне тоже конфетку? Можно. Ну что, поедем потихонечку? Ну поехали. Шарик, ты храпишь вообще? Блин, ты как волк, вот лежишь как волк. Слушай. И храпишь, Шарик. Ох, и храпишь, как ты здорово. Ох, и храпишь ты здорово, Шарик. Красавчик. Подушку у него здесь сбоку. Ты Шарик. Она сказала, что какие-то люди пытаются твоего имени вытащить все документы. Я не могу, ну ты, Шарик, ты такой смешной. Ты что, рот открыл? Шарик. Волчонок. Мы не спим, да? Время уже 1:30. Да, Шарико? Шарик, неудобно так, ты лег. Ложись вот сюда, на тельняшку. Ты же неудобно лежишь. Да, совсем неудобно тебе так. Что-то. Я не могу на того, Серёжка. Ой, Шарик, Шарик. Блин, он так на волчонка похож вообще. Чё ты на ногу задрал? Шарик. Он вставал еще немножко, покушал. Шарик, ну как ты храпишь, ёпарасота. Храпит так, а потом губами что, бар-бар-бар-бар-бар, что-то там бормочет, что-то говорит. Шарико, кентяра мы. Кентяра ты мой. Лапки какие у него чистенькие. Лапки чистые у Шарика. Ну это вообще капец. Я смотрю на него, ну такой борзый вообще. О, какое лицо сделал красивое. Жарко было сейчас, я окна открыл. Я не могу. Ой, он как человек ведет себя.
шарик. Давай, укрывайся, а то окна-то открыл я. Скажет, не дают спать. Иди, иди на эту сторону. Да, на эту сторону, шарик. Вот сюда. Вот сюда ложи. Барон. Ты барон? Я не могу. Шарик. Давай хвост прикрой. Блин, да я не могу, блин. Ой, Шарик, скажешь, дурак, что ли? Какого черта свет включил тут? Шарик, умняк намастырил такой. Вот он любит вот там об эти облокотиться головой и вот так вот лежит. Ты нормально вот так поперек ляж, шарик. Ой, не могу я. Шарик, лицо такое мудрое такое. Мудрый волк. Прошел огонь, Крым. И воды, да, Шарик, скажи. Дай поспать, скажи. Это что это тут? Вот вы поверите, что он на море камни таскает, что он ныряет с головой в море. Здесь вот как вот, я не знаю, как вот домашний песик. Только видок, конечно, такой. Как будто лет 50 отсидел. Давай, ладно, Шарик. Посмотрел. Шарик, тебе Елена Федоровна Ше прислала переводик. Здравствуйте, написала. Это Шарюшки Шишкина. Елена Шишкина, короче, тебе подгонщик такой босяцкий прислала. Жаль, ты не умеешь разговаривать, Шарик. И Наталья, не на перевод, а на донат прислала сегодня. Три раза подряд она скидывала.
чисто Наталья, просто без всяких там смс-ок. Вот. И Леха. Леха, добряк. На один Масолик говорит. Я выслал, говорит. Всем спасибо, люди. Шарик скажет, эй, человек, свали-ка-то, ты поспай спокойно. Пригласил в гости, сам это, не даешь спать. Сам не спишь, другим не даешь, да, Шарик? Для меня рано еще. В 3:30 засыпать будем, Шарик. Так что привыкай. Ой, Шарик. Шарик сбежит от моих разговоров. Достал. Вздыхает. Ой, не могу я. Вышли на улицу с Шариком. Шарик.